Министерство транспорта Донецкой Народной Республики сообщает, что по состоянию на 21 марта 2016 года на территорию подконтрольной Украине осуществляется выезд через 4 контрольно-пропускных пункта. Граждане ДНР могут выехать через КПП Георгиевка и пропускной пункт Зайцево на Артемовском направлении в сторону Майорска, а также через КПП Гнутово и Новотроицкое в сторону Волновахи. В связи с резким ухудшением погодных условий на контрольно-пропускных пунктах отмечается большое скопление автомобилей. Напоминаем, что в связи с транспортной блокадой со стороны Украины через пропускные пункты осуществляется проезд только легкового автотранспорта. Другие виды автомобильного сообщения по-прежнему невозможны. При этом первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук накануне призвал стороны конфликта в Донбассе к открытию новых безопасных КПП вдоль линии соприкосновения.